Привет. Давайте. Смотрите. Это поле, как бы, да? А вот это моя собачка. Новая. Моя новая собачка. Вот, смотрите. У нее еще зубиков нет. Просто посмотрите на эту зелёнку. Она вот такая по размерам. Поставьте на пол, я просто покажу, какая она по размерам. Просто посмотрите на её пушку. Просто. И смотрите, она, смотрите, если она кусает, так, давай кусай. Она даже гавкать еще не умеет. Она гавкать не умеет. Давай кусайся. Она не может, она вот, еле ходит, видите, она еле ходит. У нее зубиков нет. Это вообще не больно. Да. И она еле ходит, она еще ходить даже почти не умеет. Она падает с ног. Смотрите на это, посмотрите. И как только я ее увидела в интернете, только решила ее купить. Да? Я ее назвала Лара. Это Ларочка. Посмотрите, она... Можно... Подожди, можно мне сейчас кузнец и покажу? У нее есть вот такая вот игрушечка. Она побежала. Малыш побежал. Да. А еще вот такая у нее есть... это... Короче, да, она тут спит, забыла. Лежанка. Там у нее... Это, идемте покажу, что она ест. Ты пока что поиграй с ней. Включаем на кухне свет. Смотрите, это ее водичка. Почему-то здесь кошечка. А здесь ее, получается, кормит. И она, может быть, сейчас попьет. Да. Она так миленько пьет, кстати. А также вот здесь корм. Вот ее корм. Нет, ее корм она... другой. Вот. Мы этим не кормим. Мы кормим другим. Каким? Только я не знаю, где он. Потому что ей такой нельзя сухой. Смотрите, как она пьет. Может, она где-то здесь? Алиса, нянь, как она пьет. Итак, вот она сейчас будет пить. Просто посмотрите на это звук. Она пить не хочет. Поля, она не хочет пить. Значит, станет на раз. И можно ей на руки взять? Нет. Пожалуйста. Она встала еще. Ми-ба-ба. Пусть. Поля мне не разрешает ей руки брать. Ну ладно. Итак, мне сейчас надо зайти в корм ее. Не здесь. Нет. Сейчас вот так возьмем планшет. Да, планшете. Там тоже нет. Может быть. Можно поиграть с ней. Можно поиграть с ней, Алиса. Можно, это моя игрушка. Там тоже нету. Кстати, вот ее новый ошейник. Показываю. Вот такой ошейник. Сейчас покажу все, что здесь есть. Кстати, вы для нее одежку купили? Нет, нам Андрей дал свою. Я сейчас покажу, что здесь вообще есть. Смотри. Это ошейник, чтобы она, когда маленькая была, да. Вот этот ошейник. И вот такая вот ручка, где держать. Да. Вот. Тут вот такой Бэтмен, да? Бэтмен. Она играется, Лена. Моей игрушечкой! Она... Ей понравилась моя игрушечка. Все, все, все забрала. Хорошо, я поняла твой намек. Окей. А это сейчас мы давайте откроем. Сейчас, подождите секунду. Короче, открыть нельзя, потому что она еще. Это когда она вырастет, да? Да, это она когда. А до скольких она размеров вырастает? До 4 этого, до 4 как бы там. Метра. Нет, какой метров? Килограммов. Нет, она примерно какого роста будет? До 4 месяцев она будет вырастать. Ей будет 4 месяца. И она будет расти? Нет. Она будет расти до 4 месяцев, потом, когда 4 месяца, она уже расти не будет. Да. Посмотрите, а кто выглядывает. Посмотрите, посмотрите. Она еще может лизать вас носик. Но она кусается не больно. Она, кстати, иногда, смотрите, когда лижет, она и кусает. Вот. Она сейчас не хочет. Она сейчас не она хочет. Она не хочет сейчас лизать. Да положи в лежанку, пусть она отдохнет. Давай не будем ее трогать. Я так много так относим. Это мой влог, типа просто показываю все. Так. Также я купила и кое-что. Также... Для собачки у нас имеется что? Корм, который, еще тут мисочка
грязная. Вот. Вот такая мисочка, там немного водички. Мама это съела специальный корм, и сейчас мама пошла за... Ой. Кормом. Что это? Что это такое? Шарики вкусные? А с чем они внутри? Кокос. Или такое нельзя? Или такое нельзя лучше, к сожалению? Дайте этим собакам нельзя шоколад. Но... Когда она вырастет до 4 месяцев, то ей можно будет давать суп. Слушала? И мясо. Когда тебе будет 4 месяца, тебе можно давать будет мясо и суп. Угу. Зелень свою. Можно еще поесть. Мне очень нравится. Главное не перепутать это кофе с этим кормом. Это нам, кстати, корм дала эта тетя. Которая продала собаку. Да, а может это обман какой-то? И она хочет собаку отравить, и это кофе. Пахнет не кофе. У нее две игрушки только, смотрите. Это. Вот такая свинка. Не устала, хочет поспать. Вот видите, кто нам выглядывает. Мама. Это игрушка, чтобы... она мне Поле сказала, что грызет... Блин, отраняется. За ухо. Ну, тут за ухо она ее грызет. Это чтобы она зубики свои... Вот. Да, у нее вот тут именно штука. Да. У нее именно вот здесь штука, которая воздух выпускает. Смотри, Поль. Поль, смотри. Именно вот здесь. У меня почему-то хвост на спине. Ну ладно. Что такое? Это Даша выбрала. Наша сестра. И еще моя игрушка, которая осталась мне возле моего пояса. Да. Лара. Это кошачья, мне кажется, игрушка. Да. Так, пусть она отдохнет. Давай положим ее. Смотри. Я его убила. Так, носки-то грязные, не надо. Она мои тапки обычно грязит. Ларочка, можно я теперь возьму ее? Вот так, Ларочка. Ну, ладно, мне что еще показывать, поэтому... Ой, я знаю, что еще показать. Еще показывали переноску. А, точно. Это ее переноска. Вот это переноска. Подушка, на которой она спает. Да, оранжевая. Так. Открываем. Значит, у нас здесь только пеленочка. Вот такая пеленочка здесь. Если ее туда положить, то она сразу же заснет. Потому что она знает, что мы всегда идем куда-то. Вот смотри. Вы ходили с ней уже куда-то? В больницу ходили. Вот такая маленькая хеночка. И они сказали то, что ей даже месяца нет. Сейчас она не успеет. Почему-то. Она не хочет спать. Итак, а если закрыть? Ну, смотри, закрываем. И смотрим. Тут. А можно по весу, какая так. Она? Можно? Вес по весу, какая она? Я на сразу жарю. Ой, она думает, что она в клетке. Можно я просто быстренько сейчас? Вот такая по весу, можно? По весу она не такая уж и тяжелая. Примерно, ну... Так ты держишь ее. Примерно как вот эта грелка с водой на обычной. Это легче, чем грелка. И она боится всегда в этой перемене. Она хавкает, когда или там вот так же делает, когда вы типа уходите куда-то. Потому что она думает, что она в клетке. Нет, ничего она не думает. Просто. Она не любит, мне кажется, ходить. Да? Ну ладно, да, все, на этом тогда все. Спасибо за просмотр. Не все. Что? Идем. Сейчас. Вот. А, нет, это не то. О, вот. А также это костюмчик ее в будущем, когда она подрастет. Потому что сейчас он у нее большой. А теплое что-то есть? Или вы потом купите? Мы потом купим. И мама свяжет.
Ну, короче, все на этом видео. Все. Всем пока. Она очень миленькая. А также вот поле, что за ней. А у меня тоже такое же кенгуру, только по размерам больше. Ну, все. Всем пока. Пока-пока. Пока.